Считать по-нашему мы выпили немного. Не вру ли Богу? Скажи, Серега, если бы водку гнать не из-за пива, ну что б нам было с пяти бутылок? Вторую пили плеть в прилавку и в закуточке. Но это были как раз еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом не помню, дошел до точки. Я пил из горлышка с устатку и не евший. Но я как стекло был, остекленевший. А уж когда коляска подкатила, ну тогда у нас было так уже 700 барыш. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, ну что, переборщили. И что очки товарищу разбили, так кто портвейном усугубили. Не, ну да, товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь. Что не буяньте, говорит, это, разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу согласился. Я разошелся, ух, я расходился. Но если я кого ругал, карайте строго. Ну это вряд ли, я вообще-то не ругаюсь. Скажи, Серега. А что упал, да кто от помутнения? Орал не с горя, а до тупения. Ну, бывает. А теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ начальник. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго? Тут мы согласны, скажи, Серега. Вот он проснется утром, он, конечно, скажет. Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет. Так отпустите, ну вам же легче будет. Ну чего возиться, коль жизнь осудит? Не собирайте, люди, плачут дома детки. Ему же в Киеве, а мне в медведке. А все равно автобусы не ходят. Метро закрыто, такси не судят. Приятно все-таки, что хоть нас здесь уважают. Смотри, подвозят, вели, сажают. И утром не бедного прокукарекого, сержант подвиг. Как человек. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я руб за ночь, слышишь, Сергей? Опохмелюсь. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага. Ну спи, Серега. Михаил Башаков, граждане алкоголики и тунеядцы. Пойдемте, песчаный карьер, два человека.